Прекрасное солнечное утро. Самое время навернуться со стула. Ваня, а кто поможет папе вешать шторы? Тому я приготовлю на завтрак что-то особенное. Я тоже вешаю шторы, тут такое приложение есть. Ну тогда завтрак Лиза тебе тоже на планшете приготовит. Знаешь, пап, мне вообще кажется, что мы переехали в эту квартиру специально, чтобы ты меня заставлял что-нибудь делать. Мы переехали в эту квартиру, чтобы тебе было ближе ходить в школу. Ну и мне, к Севе и Паше. Держи стул. Да, привет. Да, соскучилась. Ты уже освободился? Да, я еду. Эдик, мне ехать надо. Это Егор, помнишь, я тебе о нем рассказывала? Да, хорошо. Мы все сами повесим и приготовим. Ага, ну, пока.